так і не стануть дорослими. У Львові внесли соціальну акцію, аби наголосити, що за час вторгнення Росії до України вже вбили 109 маленьких дітей. Символом цієї акції стали порожні візочки. Знаете, даже нельзя сказать, что чувствуешь. Просто как будто сердца нету в теле. От этого ужаса, что 21 век. Что все страны вокруг нас за нас. И не дают возможности защитить этих маленьких деточек. Пустые коляски. Ну это же кошмар какой-то. Мы защищаем всех, всех. Ну помогите нам. Ну просят, закройте небо. Ну это же невозможно. Оно же дальше продолжается. Я понимаю, что 109 – это просто статистика, на самом деле их много больше. Не знаю, мне прям слезы на глазах и дрожь схватила. Я оставила свой дом, потому что уже не могла жить, когда над головой пролетали истребители. Я додам, що організатори не врахувалися місця, які просто зараз знаходяться під обстрілами в Маріуполі. Тож кількість може залишитися. Таким чином організатори закликають закрити небо над Україною, аби врятувати не тільки дитяче життя, а й життя простих українців.